значит, устроил музей в своей комнате, значит, ну и какой-то там один из документов откопировал, рассказывает и так далее. У него, значит, было несколько учеников, вот у этого самого тайного хранителя, которые разделились. Одни, значит, это самое, вели, значит, вот как бы изыскание, ну, стали выяснять, где и как, и чего там, что, кто открыть должен. А вторые были как бы противники, они, значит, считала, что они фактически последнего хранителя. И вот они стали бороться между собой. Я, значит, собрал это все и стал говорить: ребята, вы давайте объединитесь наоборот. Надо же это самое открывать. В общем, вот те, которые жулики-то, они, значит, там появились у них уже домыслы всякие, они уже стали дописывать Пушкина, самые рассказывать, что он имел в виду и так далее. Значит, и ходили по всем этим самым, тут везде совались, везде печатались и так далее. А те, которые вот были, ну, как бы правые, что ли, они, значит, вот, значит, дали мне рукопись, вот, все, вот об этом архиве, и попросили, значит, ну, дали мне как бы согласие, чтобы я это дело опубликовал. Я в журнале «Юность», значит, в течение, значит, этого самого нескольких месяцев, там, в 5 номерах журнала «Юность» сделал публикацию. Ну, то есть сначала вступление свое сделал, что вот есть такая версия, вот, где написано фактически, что ждет землю, цивилизацию. И вот в этой как раз... Пушкин выступал как сивил, он выступал как пророк, да? Да, как пророк. Он устроил это самое... Он увидел цикличность, вот, развитие этих самых цивилизаций. И как раз тоже вот у него получалось, что Россия ждет... Ну, это во всяком случае знают сейчас очень много иностранцев. Сейчас и Ванде приписывают много да. чего. Нет, это очень многие знают из-за рубежом, кстати, да. что сейчас Россия выступает. Вот, так основное. Вот там вот это все написано, о чем вот вы говорили, понимаете, что это... Ну, только не ну, на любой человек, который изучал вот не на 2000 лет, там вот как Волод говорил. То есть, 2000 и, значит, помимо этого, вот этого самого, вот этого архива тайного, значит, Пушкинский дом не признавал это самое, это все говорил, что это все ерунда, что это попросил хоть какой-то хоть этот самый пример, вот где эта рукопись. Ну и вроде бы этот тайный хранитель успел вот одну страничку, как говорится, послать, и с концами никто ее не вернул и отказывались верить. Да, Волочка. Алло.